Программное обеспечение Лига Basic на базе сайта Национального музея Республики Татарстан. Главный экран делится на несколько блоков. Дата и время, погода, логотип музея, галерея слайдер и основное меню. Фото из галереи главного меню можно открыть в полноразмерном экране и масштабировать при помощи жестов. С помощью модуля «Безопасный сайт» из главного меню можно попасть на страницу сайта. Перемещаться разрешено только по открытой странице. На экране доступны все функции, которые размещены на сайте. Например, виртуальный тур по музею. При изменении информации на сайте контент автоматически меняется и на экране оборудования. Нет необходимости дублировать изменения на оборудовании. Переходить можно не только на сайт музея, но и на сайты других филиалов. В программном обеспечении предусмотрены дополнительные функции для людей с ограниченными возможностями здоровья. Модуль разработан по ГОСТу и включает в себя экранную лупу, возможность опустить экран, изменить шрифт и фон, и форму обратной связи. Программное обеспечение Лига Basic включено в единый реестр российских программ для EVM и баз данных.